Упс, кажется, не то заклинание. Какие еще будут идеи, Хермиона? Ох уж этот Спайк. Ох, да идеи просто вываливаются из меня, Спайк. Я же гений. Представляю тебе R-5000. Физически превосходит Rainbow Dash во всем. Я поняла, что если настоящий Rainbow Dash у нас нет, то лучшее решение построить новую Rainbow Dash. Ты дубина. Привет, я Даша и Жиха 2.0, давай дружить. Туго думаешь, талант. Ох уж этот Спайк. Есть еще одна вещь, которую мы не опробовали, Спайк. Мы зайдем так далеко, как еще ни один вольнодумец типа меня не осмеливался зайти. Твайлайт, ты начинаешь говорить уже не как вольнодумец, а как безумец. История богата безумцами, друг мой. Мужчинами и женщинами высочайшей проницательности интеллекта, индивидуалов, чей блестящий разум отвергал любые рамки и табу. Эти понятия есть абсолютное зло, которое мы должны пресечь ради понявшего блага. Даже если ради этого назидания нам придется надругаться над правилами приличия, общества и справедливости. Бла-бла-бла. Опять ты разглагольствовалась, трепушка. Доставай ее. Надо вернуться в лабораторию, прежде чем кто-нибудь нас увидит. Хозяин-барин.